Активисты ОНФ добиваются ликвидации масштабной свалки вблизи Исаевского ручья в Твери. После обращения общественников регионального отделения ОНФ Тверской области администрация регионального центра обязала подрядную организацию ликвидировать навалы мусора. Тему продолжит наш корреспондент. Недавно в ОНФ поступило сообщение о масштабной свалке строительных и коммунальных отходов в районе улицы Стрелковой на выезде из Твери. Как рассказали тверичане, свалка находится в лесу и разрасталась там годами. Там уже несколько лет происходят несанкционированные навалы мусора. Наши активисты эту информацию проверили. Там, да, есть и строительный мусор, и бытовой мусор, и мебель. То есть кто-то туда свозит, и причем это не мешочки маленькие. Угроза, конечно, есть. Угроза, во-первых, окружающей среде, во-вторых, ну, там ближайшие дома, живут люди, гуляют дети, свалка, это крысы, антисанитарная обстановка. На сегодняшний момент с администрацией города нам сообщили, что поставлена задача компании по вывозу несанкционированных свалок, что в ближайшее время эта свалка будет убрана. Через пару недель общественники планируют проконтролировать ситуацию. На сегодняшний день на интерактивной карте свалок Верхневолжья зафиксировано свыше 700 обращений о несанкционированных свалок. При этом 266 проблем уже решены благодаря общественникам. Одна из них в Кашинском городском округе. В районе деревни Слободка годами скапливался мусор, причем он накапливался на поле. Управляющая компания, которая обслуживала дома в ближайшем районе, она этот мусор не вывозила на свалки, а просто приняла для себя решение такое, что будет их вываливать на поле. Долго, конечно, эта переписка у нас велась и с администрацией, и с прокуратурой, но в конечном итоге, благодаря действиям Общероссийского народного фронта, на сегодняшний момент там доложили, что свалка убрана. Осталось надеяться, что свалка там не вырастет вновь.